Дорогие подписчики, привет! Хочу представить вам тренера единоборств, а также силовых занятий Андрей Парфилов. Привет! Вот такой основной вопрос, который интересует не только меня, но и многих ребят, которые начинают заниматься самостоятельно. Андрей, скажите, какие основные ошибки у людей, которые первый раз приходят в спортзал? Спортзал или на турник? Ну, мы сейчас берем спортзал. Вот какие основные ошибки или каких ошибок можно избежать? Конечно же, лучше всего, наверное, вы скажете, это тренер. Но, предположим, если человек хочет попробовать без тренера, какие основные ошибки? Ну, в первую очередь хочу сказать здравствуйте. Во-вторых, когда люди приходят, новички, они думают, могут насмотреться там роликов в интернете и решить, что как бы они уже визуально все увидели, ну и пробовать самим, в любом случае, конечно, в человеке так заложено, попробовать самому, быть самостоятельным. Ну и начинают в первую очередь, понимая, как имея информацию, что сначала, допустим, делать кардио, потом силовые, ну, разминку, растяжку, потом силовые упражнения. Еще кардио, допустим, на беговых дорожках, например, на битреке, оно еще как бы бегать, в принципе, нас еще со школы научили, там, с детства. Бегать, разминаться, то есть как бы они еще делают практически там все правильно. А когда переходят на силовые упражнения, а в особенности, когда на тренажерах грузоблочных или со свободным весом, мышцы у них еще атрофированы, а амбиций как бы много. Ну и мотивация у них добиться чего-то там, или скинуть, понятно, лишний вес, или наоборот набрать и стать красивым или красивой, подтянутой. В принципе, это природное желание приветствуется. Но начинают дергать, хотят все быстрее, как любой человек, все и сразу. Ну и начинают дергать, тянуть, ставить большие веса. И как последствие происходит, как бы, ну, у каждого человека есть какие-то травмы, может быть, они такие незначительные, незаметные. Ну, начинают они показывать себя, то есть эти травмы выходить, допустим, если, допустим, какая-то протрузия была или какие-то проблемы в локтевых суставах, там, кистевых, плечевых, там, или, может быть, в коленных, тазобедренных, особенно у девушек, опорно-двигательная система – это физиологически так проблема, слабое звено, как бы можно сказать. Поэтому в любом случае, если у них не будут большие травмы, как бы при первых занятиях, они все равно впоследствии проходят, дальше начинают заниматься и понимают, что лучше взять тренера хотя бы на какой-то, ну, определенный промежуток времени и начинать делать все постепенно. Потому что когда начинают делать все и помногу, то есть как бы оно приводит к нежелательным последствиям. Самая основная распространенная травма, какие получаются, это в локтевых суставах, в коленных, потому что это как бы слабое звено в организме, на них идет очень большая нагрузка, плюс углы, сгибание-разгибание, сведение-разведение, делают неправильные углы наклоном, ну и тогда происходят микротравмы, может быть, сразу не какие-то глобальные большие травмы. Но потихоньку-потихоньку они переходят в хронику и начинают потом показывать, особенно в такой зимне-весенний период, осенний-зимний период, когда меняется погода, когда не хватает витаминов, особенно вот перехода зимы на весну. Иммунитет снижается, не хватает солнца, не хватает кислорода, как бы, особенно если в больших городах люди находятся. И поэтому сразу начинают показываться все эти травмы, болезни.
И они перестают просто-напросто ходить. Вот и тем все. Более, как бы хотел бы сказать, что у нас в человеке так заложено, что они хотят все и быстро. То есть они не понимают, что физические нагрузки и упражнения силовые – это как бы образ жизни. То есть в любом случае их надо делать всегда. И втягиваться, конечно, постепенно. А у нас же хотят сразу все сделать, там, допустим, к лету, начиная с февраля, и там за 3-4 месяца стать Ален Делоном, так сказать, вот такое, перевести себя сразу же в идеальную форму. Оно так не получается. Плюс начинают садиться на какие-то диеты. Ну, это тоже шок для организма. И это снижает иммунитет, во-первых, стресс для клетки. Клетка привыкла, что ей комфортно так, а тут начинаются такие стрессы. Хотят быстро согнать, допустим, большое количество килограмм, как бы там до 15, до 20 ставят себе за цель, тут мотивацию такую включают. А для организма больше 10 килограмм в полгода скидывать это нежелательно, потому что это большой стресс для организма. Очень большой шок, и оно просто-напросто не нужно. Мы можем заключить, что логично и разумно все же начинать первое занятие с тренером. Дальнейшее можно самому выбирать, какие силовые занятия. Или это будет воркаут, или это будет бодибилдинг, или это будет пауэрлифтинг. Хотел бы посоветовать, конечно, брать хотя бы там, 4 там, до 10 тренировок сначала с тренером, он покажет. Мышцы придут в тонус, покажется техника, начнется правильную технику дыхания, правильную технику упражнений, исполнения упражнений. Тогда уже может человек со временем делать сам, допустим, какое-то промежуток времени. Да. Потом опять же надо желательно взять несколько тренировок, чтобы какие-то поменять углы наклона, может быть, или когда уже организм окрепнет, то есть мышцы будут в тонус нормально, новые элементы добавляем. То есть так постепенно, ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой можно дойти. Занимайтесь тем, что вам понравится. Но и как вам понравится, есть очень много методик, техник, и каждый продвигает свое и советует, в чем то есть достиг успеха. Каждый человек выберет себе свое направление. Но поначалу, в любом случае, надо заниматься, желательно заниматься с тренером или хотя бы с человеком, который в этом уже достиг какого-то результата. То есть уже на себе испробовал это. В любом случае, человек только такое существо, что пока он сам это не прочувствует, не сделает, не дойдет, не поймет. Можно заниматься потом и кроссфитом, и разные исполнения методик, число повторений, в временном режиме можно делать подходы различные. То есть, в принципе, стандартные там, от 3 до 45 секунд выполнения упражнений, потом отдыхаем где-то минуту-две. То есть, ну, это тоже также от возраста, от внешних, от внутренних факторов, от атмосферного давления, от внутреннего состояния, образа жизни. В любом случае, наверное, они должны тренировка приносить удовольствие, а не мучение и травмы. Конечно, конечно. Только так. Андрей, спасибо вам за интервью. Ну, встретимся уже в следующий раз, наверное, на тренировочном. Спасибо. Да, и до свидания. Спасибо. Удачи.